Сегодня мы возьмем 800 граммов хека, одно яйцо, 6 столовых ложек кукурузной муки, полстакана кунжута, половинку лимона и растительное масло. Из этих продуктов приготовим хек в кунжуте. Филе у нас уже разморозилось, но его обязательно нужно обсушить бумажным полотенцем. Обсушили. Теперь нарежем рыбу на кусочки и замаринуем в соке лимона. Не забудем при этом посолить и поперчить. Благодаря низкому уровню углеводов, хек позволяет худеющим кушать досыта и при этом не набирать лишний вес. Существуют рыбные диеты, при которых тресковые входят в ежедневный рацион или даже являются единственным продуктом, который можно употреблять в течение нескольких дней. Пока хек маринуется, возьмем 3 разные плошки. В одной взобьем яйцо, добавив немного соли, во вторую засыпаем муку, а в третью кунжут. Он должен быть не жареный. В 100 граммах кунжута содержится суточная норма кальция, а еще он богат медью, марганцем, цинком, селеном и другими важными для организма элементами. Это мощный источник правильных жирных кислот. Берем кусочек рыбы, обмакиваем ее в муке, затем в яйце, даем стечь лишнему и, наконец, отправляем в плошку с кунжутом. Выкладываем на сковороду и обжариваем рыбу с двух сторон примерно по 3 минуты с каждой. Подаем кунжутную рыбку с долькой лимона. Приятного аппетита и пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.